Опять зашли. Не делайте, не делайте команды. Да никто команды не делает. Он как-то его бьет кулаком, с кулаком что ли кто-то, не знаю. И что в Сан-Андреас? Да, как серьезно. А там чё? Там помнишь, ну типа гидравлика, это гидравлическая эта машина. Лоурайдеры. Давай, ходу. Нет, не сели. Давай, залетай по чуть-чуть. Вот все. Ой, нихуя там видел стык. Твою. Танцы. Встали нормально. Нифига нам повезло, пиздец. Ага, конечно. Не очень. Команды нужно чисто. Сейчас команды делаем. Ну давай, ставить его вручную. Старый добрый вариант. А чё, команда никак? Нет, он не он вообще там перекосячит. А номер чё, на оси ехать? Да я не знаю, поедет ли вообще номер. Ты чего? Там был. Там вообще-то какой-то косяк с рельсами, только что был. Вообще съехали. Там очень охуенный стык был. Из-за габаритов. Сейчас стык был, да, жестко. Кто это сейчас сделал? Зачем мы в повороте стык? Зачем мы поставили вот так? Станция Прыщинская, зачем к тебе идти? Ой, сорян. Вижу. Чего, никак, да? Почему? Это вы сначала одну делать, потом вторую. Зачем вы эту дергаете? Потом, да. Ёхарный бабай. Давай я поставлю. Все, морозить ее надо. Да я, блядь. Ты не умеешь. Отпусти. Могу, я, блядь, пилдер, я строитель. Хуитель, все. Где ты? Че там за строители вы говорили? Криворукий, где? Да сзади, где мы сошли. А, да. Хочу смотреть, просто сапкан дергайся. Если чего? Даже не минная, блядь. Когда все он резко смажется?
Я тут. Че, пацаны, сход? Что? Входим сейф. Опять завис.